В Ильинской церкви сегодня отмечают престольный праздник. Православные христиане вспоминают одного из самых почитаемых святых Илью Пророка. В храм верующие пришли целыми семьями. Илья родился за 9 веков до Рождества Христова. С юных лет он верил в единого Бога, проводил дни в смиренных молитвах. Илья был образцом благочестия и удалился от людей в пустыню, но от голода не погиб. Пищу приносили ему птицы. Согласно приметам, в этот день всегда идет дождь. Также прихожане верят в то, что купаться в праздник запрещено. В народе, там, вот тогда израильском, было почитание правильное Бога, то есть не уклонялись люди в язычество там. И как бы вот он не прослался, вот сегодня его день, вот мы его отмечаем. Как бы известно, что в Осетии это тоже было, там вот у Ацилла, это вот тот же сам пророк Илья. То есть он очень почитался и в Тигории, и в остальных тоже районах. Так что вот это вот для Осетии тоже в каком-то смысле праздник.